Так, ну, к сожалению, игра у меня вылетела. Бывает такое. Включил запись по новой. Будем продолжать. И я, кстати, увидел, что я писал с низкими... О, прыжочек как-то не очень. С низкими настройками качества. Сейчас я их, конечно, поднял. Все равно не обратил внимания, до этого записывал. Пишу я, кстати, через Бандикам. До этого писал видео, где мне там качество как бы не особо нужно было. Вот. И сейчас включил и, увы, не обратил внимания. Плохого не вижу. Так, надо мне все-таки уже ускориться. Зомби прям на глазах спавнит. Ничего себе. Может, тут не только я был, может, они на нескольких игроков в таком количестве. Мы попробуем от них отпетлять. Так, я как бы еще толком все-таки не разобрался с индикаторами. Вот. Три стрелочки это быстро я теряю, по всей видимости, воду, да? Наверное, из-за того, что бежал. Ну да, когда останавливаюсь, стрелочки уменьшаются до одной. Какие сделали классные ворота на сарае. Слушайте, ну вот этих ружей тут, я смотрю, как бы ишь, как грязи сделали. Прям так массивно закрываются теперь. Можно вешать замок и базу строить в таком. Если я хочу в лагерь, то мне лучше сейчас пересечь дорогу, чтобы потом это не делать посредине поселка. А там уже фактически в долине. Ее малость перестроили. Ну, это еще с какого там 0,60 или 61. О, застрял. Что, ну, прыжок, что это за прыжок такой квелый? Забегу, дома не буду, вот
забегу в сарай, может все-таки лопатку найдем. Снова спички. Спички есть у меня? Есть. Не, не будем. О, мешочек. Очень хорошо. Так я прямо сейчас уже могу себе это скрафтить, да? Да. Ух ты, даже веревка есть. Или это не веревка? Да, веревка. Прикол. Так, нужны нам веточки. Вот эти подойдут. Или не подойдут. Длинная. Немножко не то, да? А можно ее сделать не длинной. Три, да? Вот. Очень хорошо. Теперь веревку. Так. Отлично. Меняем. Нет, не меняем. В руки берем. И делаем мы любимый рюкзачок. Так, супер. А вот теперь меняем и перекладываем. Ну, какой повместительнее по сравнению с этим, гораздо более беспалевный. Так, ну не зря в сарайку зашел. Что у нас тут еще? Может, яблочко по пути попадется? Или это не яблони? Тут же еще груши должны быть, сливы, грибы в лесу должны расти. Что там, ягоды? Не, по идее, это яблони. Укатились, видимо. Ладно. Так, вот это я так как бы смело бегу по полю напротив всей долины. Кто меня там увидит, решит, какая-то бешеная кепка, у которой ничего за душой нету. Это, конечно, ствол ИШ, учитывая, что он без патронов. Даже когда он с патронами, он однозарядный. Как бы, если ты не сидишь где-то в засаде и прицелился из него кому-то в лобешник, то понту от него, по всей видимости, никакого. Разве что, если ты в одиночном выживании, там можешь где-то завалить оленя в лесу. Потому что... Ну, а в то же время, когда у тебя за спиной ствол, все, у тебя уже другие игроки, они как кепку тебя не воспринимают. И при любом удобном случае постараются показать, что у них оружие получше. Так, вот он, лагерь мой. Конечно, всего
А, там, кстати, на горе в Орловце стройка. Может быть, там есть лопата. Ладно, сейчас посмотрим, что здесь есть. Просто вот сзади меня. Там у нас, по-моему, старое и пусто. Вот, и насколько я помню, на новых картах там где-то был блокпост. Вот, ну, туда, наверное, многие ходят поискать оружие, но я думаю, аккуратненько туда можно сбегать. Так, чистить оружие. Ничего мне пока чистить. Вот охотничий нож. А, ну у меня ж нож есть, и это есть. Не, не будем. Не будем. Да, чистка воды, да. Ну, как бы, конечно, бедненько теперь в лагерях. Тут открыто еще одна для оружия. Компас. Компас мы, по-моему, уже взяли, да? Да. Есть у нас это. Кстати, веревку можно, наверное, выбросить, а можно оставить. Не знаю, буду я рыбалкой тут заниматься или просто протестирую и все. Так, ну вот уже как бы я немножко есть возможность понаблюдать вот этот красивый лес. Тут пока он только, ага, лиственный, он хвойный, такие корабельные сосны. Так, двинем потихоньку туда, в сторону старого. Аккуратненько сходим, поищем этот блокпост. Я не помню, где он. Вернее, как я в нем и не был, кажется.